Дорогие друзья, добро пожаловать на канал, с вами Владимир, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как же поставить любой рингтон на ваше яблочное устройство. Итак, все просто. В 2021 году Новый год, новые возможности, и я вам продемонстрирую очень наглядно, как это сделать с помощью одного приложения, а в итоге двух, то есть последовательности перехода. Просто вы сразу же моментально сделаете максимум за 60 секунд, вы сможете себе смонтировать любой рингтон на вызов вашего iPhone. Давайте же посмотрим, как это сделать. Вот, дорогие друзья, вот нам нужно вот это вот приложение, называется Ringtone Maker. Вот, переходим на него, только загружается, нажмем верхний угол, открыть приложение Ringtone Maker. Нам нужен плюсик внизу, вот. Первый пункт — импортировать из видео, то есть вы можете любое видео загрузить, она просто считает как аудиодорожку. Очень интересно, загрузить с ПК или обменяться рингтонами. Здесь можете с какими-то различными иностранными уже переделами, вот, и то, что предлагает нам само меню. Но нам интересно именно меню больше. Здесь вы можете импортировать с Apple Music, либо же из файлов, либо же из других каких-либо приложений. Из других приложений вы заходите конкретно из ваших приложений, где у вас есть музыка, и вам нужно будет расшарить. Вот, к примеру, я пользуюсь вот этим вот приложением. Найду на музыка, вызову, допустим, какую-то из треков и хочу открыть в. Вот нам нужно именно то, что открыть в. И вот наш вот Ringtone Maker. Нажимаем сюда, и здесь уже импортирована наша музычка. Опять переходим же сюда, назад, и вот наша песенка. Как ее мы можем отрегулировать? Мы на нее просто тыкаем, вот, чтобы она не воспроизводилась. Мы уже сразу нажимаем клип. Вот, допустим, мы возьмем от минуты под 30 секунд подставить, чтобы был на вызов. Наш рингтон готов, вот он из 30 секунд, мы можем на него нажать, вот, и здесь выбираем, то есть формат, это будет MP3, переконвертировать его, либо же это будет в каких-то других форматах, вот нам нужно M4A или WAV, можно поделиться, как нам поставить этот рингтон на вызов все-таки, вот, нам нужен будет GarageBand, вот, нам будет его скачать, скачаем его. Так вот, после того, как мы скачали наше приложение GarageBand, переходим опять в рингтон, опять нажимаем «Делать» на колокольчик, выбираем GarageBand. Здесь нам ничего не нужно, только выбрать наш файл, то есть на него жмем, задерживаем долгим тапом, и нам нужно нажать «Поделиться». «Поделиться» нажимаем на рингтон, «Продолжить», выбираем наш рингтон, переименуем его. Напишем просто 2021, готово, экспортировать, то есть окей, идет экспорт в наши настроечки, звук как, ну нажмем окей, выйдем отсюда, перейдем в настройки, звуки, и на сам рингтон, 2021, нажмем, вот, потому что меня забанят за авторские права, такую же я песню выбрал. Но что есть, то есть. Давайте смотреть этот факт рабочий. Используйте все пошагово, понятно. Ну вот, как сами можете заметить, ничего сложного здесь нету. Все просто, понятно. Скачали, выбрали музыку, отредактировали в объеме 30 секунд. Экспортировали в нужное приложение. С этого приложения точно так же выбрали. На экспорт поставили. И просто переходите уже в настроечки, звуки, оповещения, выбираете ваш рингтон и наслаждайтесь вашей любимой музыкой. Если вам понравилось видео, вы знаете, что вам нужно сделать. Подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Всем пока!